Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это ФФА сериал аж на 8 человек. Если вы смотрите этот сериал не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на весь плейлист должна сейчас появиться в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой I. Если там ничего нет, то у вас, видимо, отключены аннотации. Снова играем в вашу любимую Sid Meier's Civilization 5. Карта Пангея, и мне выпала Полинезия. Так как игра получилась длинная, то она разбита на серии. Надеюсь, выходить они будут через день или два после предыдущей. На этом все. Приятного вам просмотра. А вот и Манхэттен Проджект. Я только не заметил, когда он вышел в атомную эру-то. Ну, атомная бомба у него еще не открыта. То есть он собирается атомные бомбы купить. Прикольно. Только сейчас строю свои залы для Кейля. До этого был только в Дублине. Сюда вернуть ту мапну в броненосца. По идее, но 0 туризма должен принести. А не 67. Ладно, пока свалим отсюда. Все, культурная победа. Да. Кого? Это инсайдерская инфа, походу. Да я там концерт на территории Сиама провел. А. Кстати, Кельт, когда выйдешь в атомные бомбы, заключим оборонительный союз. С кем? Ну, с тобой, разумеется. Ну, кто говорит? Сиам. Тащить не хочется. Если шведа прогонишь, то может быть. Не прогонишь, то буду на тебя кидать ядерки. Блин, надо что-то... Закрой шведу границы. Они все его войска уйдут, и тогда мы заключим с тобой оборонку, Сиам. Иначе я сейчас тебя закидаю просто ядерками. Ниндзя, ты реально так и не собираешься ничего делать? Мы могли уже давно снести Кельта с твоим производством. Да он вас скоро снесет этим производством, понимаешь? Да, а интересно, его нафига ему нас сносить, если ты тут с атомными бомбами? Я далеко очень от вас всех. От нас? Особенно. Ну, от него ты далеко, вот именно что ты... Ну, я близко только к Сиаму, а
От него я тем более еще дальше. У кельта три города на воде. Ниндзя, он просто привезет к себе атомные бомбы в итоге и все. Да, я понимаю. Я тебе уже давно предлагал построить дорогу. О чем ты там думаешь? Дело в том, что покуда я ее построю, покуда войска переведем, там уже давно поздно будет для этих войск. Готов взять Нант, швед. То есть ты не хочешь оборонку, да, Сиам? Ну, как бы еще, ведь ты не вышел в атомные бомбы. Ну, я скоро очень выйду. Ты хочешь то есть судьбу попытать, да, когда я выйду там, в эти атомки? Ну, я за всем слежу, поэтому здесь неожиданности не будет. О, я уже вышел. Так. Ну, следим. Зря. Блин. Я не заметил. Вот подстава. Захватили Нант. Чё там, ребята, Нант захватили, нет? Я отбиваю. Но он переходит из руки в руки. Удаляйте здание там в нем. Там и так зданий нет. Он просто чисто военный город здесь стоит. То есть Сиам не идет в атаку, просто стоит и все. Бортой, конечно, он мочит, но... Блин, может и мне тогда в атомке выйти? Блин, хочется сначала лабы построить, а потом сжигать ученых. С другой стороны, мне это может боком выйти. Может мне сжечь ученых хотя бы в электронику? 3177 и полет 2300. То есть итого 5700 мне надо, да? То есть два ученых мне надо сжечь. Блин, откуда у меня такая армия, не понимаю. Ну, в цифрах. Вроде не так уж и много пехоты у меня. Ой, блин. Выбор сложный. Ниндзя, помог бы хоть как-то более существенно, что ли? А именно армией. Так говоришь, будто ему оно надо. Я думаю, они что-то придумают против моих ядер. Я думаю, нет. Я, честно говоря, не представляю, что тут можно придумать. Да, я тоже. Если бы у него города были на море, хотя бы он тут мог. Но так ты приплывешь просто к нему и все. Так, золотой век закончился.
Блин, или подождать, все-таки они там его давят. Ой, непонятно. Вообще убить меня может. Я, честно говоря, не думаю, что я выиграю. Ну вот правильно Ниндзя сказал, что лидеры редко побеждают. Это надо просто либо сильно прям вырваться очень. Либо нет. Не, ну тебе реально очень сильно Венеция помогла. Это просто, ну... Да, мне без Венеции, по-моему, золото было. Откровенно не очень честно. Я копил золото всю игру на это. На что? Я вижу, накопил на минус 7 голды в ход. Ну, это у него просто закончился, у него закончился договор с Венецией, поэтому минус 7 у него. У меня без договора раньше было плюс 100, сейчас какое-то деньги. Ну, раньше, ну, конечно, так... Так все крова находили раньше. Я тебе могу сказать, что ты их потратил на содержание юнитов. Там не сильно много было, ну, с караванов этих. Он мне не так уж и много пускал, на самом деле. Я Венецию защищал, чтобы я хотел просто сам забрать потом Венецию для себя, и потом пойти на тебя по морю, Леш. Я один остался. Это у тебя какой-то очень оптимистичный план, откровенно говоря. Ну чё там? Опять рассинхрон? Кто на последних секундах? Зачем вы на последних секундах ходите? Я не хожу. Я все, ходи нормально. Я успеваю обходить. Я прям слышал, как ты кликал, чтобы моего Улана убить. Ну это не последние секунды были. Так что не считается. Неужели они тебе так не достают, прям чтобы ты хочешь моего Улана убить? Так тебе не мешают там люди с войной. Ну, ты ж там мог мне нефть просто подравить. Это мне вообще не в тему было бы. А это нефть, что ли? А, понятненько. Ну, давай-ка этот, я захватываю город, что ли. Пойдемте попробуем у него. Сперсиан, да. Был швед Сперсиан. Блин, так ты бы сказал Ниндзя, чтобы я дорогу построил, блин. Нет, они сами побежали. Ну, короче, иди вправо, и там будет дорога. Стоит ли мне тратить веру? Хотя можно свою религию распространить.
Она мне, кстати, науку будет давать. Потому что вот распространение на других рейд. Да, давайте купим пророка. А если убедить Венецию напасть на кельта, это не будет нарушением правил? Будет нарушением правил. В смысле, подождите, Леси, что вы сделаете? Ты с компьютером можешь только воевать и мириться, все. Больше ты ничего не имеешь права с ним делать. Так, первая лаба построится, и можно будет с этого момента отсчитывать возможность. Блин, 24 хода, что-то у меня с культуркой к концу игры не очень стало. Государством, а ты будешь воевать со шведом или с Полинезией, с кем-то из них? Ты же не знаешь, что на это ответить. Я проголосую за, если ты будешь так делать. Пожалуй, да. Отлично. Кого выбираешь, шведа или полинезия? Обоих. Отлично. Многоходовочка. Да, да. Я поставлю сюда перед Нантом своего стрелка, хорошо? Не надо там ничего ставить без меня. Не, пока не надо ходить, да, не надо пока ходить. В зоне боевых действий не ходите. Я поставил на хилку и все. О, мне теперь золото дают эти мои. Может, я убить его хотел. Ты ж не знаешь. Захожу. Это, ты, кстати, скотина. Мне один ход оставался на статуе. Поэтому... Да, швед скотина. Ты тут все чудеса строишь, но... Погоди, а зачем тебе статуя, немец? Ну, в смысле, не статуя, этот... Христос. Ну, на культурку. А швед подлец этакой. Так, этим я не буду ходить. Вот за это я на него нападу. И на этого полинеза тоже, чтобы не расслаблялся. Ну, швед, ты там всякий случай, я тебе предупрежу, чтобы ты так... Вдруг ты иронию не очень понимаешь. Ты ниндзя так...
Иронизирует у нас. Ниндзя, ты иронизируешь или говоришь правду? То есть мне голосовать за отмену эмбарго или нет? Голосуй за, конечно, отмену эмбарго. Слушай, Терны, ты бы предупредил, мы хоть таймер бы это... А что там оставалось? Много? Полторы минуты, ну, сейчас минуты уже 20. 15. А, да я успею, думаю. Все, я готов, давайте. Подло, конечно, ты, ниндзя, делаешь. Понимаешь, мы тут воюем с кельтом, а ты напасть на нас собрался. Mm-hmm. Я понимаю, что тебе не стыдно, но все-таки. А как там проходит война на море? На море никак, у него проплыв в одну клетку. Он его окружил... Сколько, 8 фрегатами такой. Ну, я сейчас выйду в эти, в линкоры. И я думаю, кельт расстроится. Он, во всяком случае, свои так в линкоры и не проапал. У него фрегаты так и стоят. Я в любой момент могу это проапать. Ну, не в Джейс. Проапайся. Ну, сейчас я не вижу в этом смысла. Если будет смысл, тогда проапаюсь. Проапаешься, тебе не надо будет, на самолеты не хватит. Девочки и мальчики, стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран в офлайне и абсолютно бесплатно всегда замечательно. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Мой любимый спонсор недавно выпустил свежую версию своего продукта для всех платформ с большим количеством новых удобных функций. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте интересующий вас город. Ну что, 629. Блин, у меня что, все генералы погибли, что ли? Вот это да. Ходи К2 можно подождать. Я думал, только один, помню. Начинать. Апаться. А если я бомбану, допустим, капер под лодкой? Ты увидишь этот эту подлодку? Или она будет невидимой для тебя? Ну, то, что ты... Так, в зависимости от того, рядом есть юниты или нету. Ну, в смысле, каперы, они способны видеть подлодки, если она их атакует? Любой юнит способен видеть тот юнит, который его атакует. Но будет ли он потом видеть другим юнитом, это другой вопрос. А. То есть, кельт уже вышел в подлодки, я так понял. По его вопросам. Решил на последних секундах, да, походить? А я все вижу. Всевидящий глаз. Захватывает. Ладно, пообстреливаем еще Дженую. А этим побежим к кельту. А поселенца ты куда ведешь? Да не туда я прыгнул, я просто растерялся здесь с этой войной. В общем, у кельта зачем-то поселенец есть. Да, я вижу. Имейте в виду. Не знаю, как он, кому он рассказывает, что он там растерялся. Но он явно я серьезно сторону. Растерялся. Так, я а куда тебе еще, кроме как в эту сторону? Мне еще есть куда везти.
кажется, оно пойдет куда-то в снега и будет там переезжать в случае захвата столицы. А что, прям у него уже столицу берут? Нет, в случае захвата. Здесь пока что никто ничего не берет, к сожалению. Если бы, конечно, немец поспособствовал, мне кажется, этот процесс ускорился бы. Да, немец только нападать способствует. Гад такой. Блин, ниндзя, ну отведи от границы, значит, я войну объявлю. Ну ладно. Так, давайте искать субмаринку, а вот она. Так все-таки видишь, оказывается, да? Нет, я наугад просто чисто думаю. Дай-ка стрельну. Эх. Зря ты вылезти решил, мне кажется. Наверное, да. Ну или подкопил бы этих субмарин побольше. Сейчас обратно залезу и все. Не, давай. Еще давай повоюем, что ты. Так, где тут? Нам главное нефть разграбить. Что ты там щелкаешь усиленно уже? Рассинхрон? Да нет. Таймер, а не. Ну, я ж не в конце хода хожу. Я ж не такой. Так, а куда подлодка могла уплыть? Ага. Блин, со всех сторон война, что делать? Вот она. Эх, блин, не смог я твою подлодку капером захватить. Жаль. Швед, а у тебя на этот ход этот подбитый пехотинец, который между границами моими и кельта, он сейчас может ходить на этот ход или уже нет? Где кто меня тут обстрелял? Я походил. Ага, вот она. Просто не уверен насчет кое-чего, но... Да ё-моё! Не успел. Все, разобрался я с Венецией наконец-то. Давай лучше помогай это с кельтом. Это само собой, у нас тут война на море.
Давай дружить. Добрый вечер. О. Еще друзья пришли. В общем, я сверху от Дублина теперь атакую. Мне тут ниндзя подбросил армии. Ниндзя, ты что сделаешь вообще? Ты какой... Да не я, он, блин, подставляет меня, чтоб ты не голосовал. Ну, конечно. Серьезно, вот прям, прямо сейчас объяви войну Полинезу и Шведу, и тогда я тебе поверю. А на, они тогда узнают, что я хочу им войну объявить, а так они не думают об этом. Гениально, это маски. Ты же, когда ниндзю слушаешь, ты вот, все, что он говорит, ты сразу переворачивай. Тогда будет понятно, что он говорит. Не, ну они меня совместными силами продавливают все-таки. Не скрываю. Ну, что-то не очень хочется просто на голову себе атомки получать. Вообще никак, вообще никому. Сям, давай оборонку. Да, да, Сям. То есть как раз сейчас у него будут города падать, а ты хочешь оборонку. Ну, у меня скоро ядерки будут, я успею скинуть. Это вряд ли. Вы такие оптимисты всю игру. Да. Это мы. О, нет! Не убивай мой флот, пожалуйста. Нет. Казаки. Так, плюс одна. Сейчас это противовоздушная оборона. Ну что, Катманду, наверное, надо сжигать. Да что ж они такие живучие у тебя? Чьи? Шведские? Я готов. Я готов принять оборонительный союз, если ты мне 4 урана отдашь. Сям. Не надо, а мы его сейчас... Чтоб ты их на меня скинул, да? 4 урана эти. Мы его сейчас сметем. Я же недоразвитый, как я могу скидывать на кого-то? Вы а ты кому-то еще отдашь, и все, конец мне. Мы не будем сжигать Геную. Не. Я не помню. Если тебе дали, то нельзя, или если у тебя есть, то можно. Ну, я еще подумаю. Швед, ты тогда успокоишься, если я ему отдам уран свой? Блин, только стали кельта продавливать. Даже не знаю, тут сложно выбор. В принципе... Да я без урана буду, как, блин, кастрированный, давай. Не, давай так, ты либо со всеми мир заключаешь. Да, со всеми мир заключаю. И урана мы будет. Же это, тройственный союз, в принципе, мы тут разнесем тебя. Вообще, моя цель отдать Дублин этому Сиаму. Давайте оборонки, я вам даю 4 урана. Ну. А вообще только 4? Вообще, чтобы у тебя урана не было, в принципе. Согласен? Ну, блин, а то я думаю, что он урана. Так сразу радостно захотел нам урана, потому что явно где-то у него еще есть уран. Да потому что я воевать не хочу, хочу развиваться. Мне еще до бомб идти. Да, ты же так мне угрожал, что мол, скинешь. Ну потому что это было, знаешь, такая политическая... Ну да, это блеф. Бряцание пушками своими. Ну чё, давай, мир. Ну, еще. Мир, уран, оборонки. Давай, вот сейчас. Дублин кидаю. Хотя бы давайте возьмем. Да, я да, там да, сверху. Давай, тогда нет. Что, урана не хочешь? Сям. Сям, а что ты с этим ураном будешь делать? Угрозы никакой не будет этот мир. Он тебя снесет рано или поздно, Сям. Тебе то, что уран у тебя будет, оно тебе не поможет. Разумеется, не поможет. У меня как бы до технологии, которая вообще просто открывает его на карте, еще очень долго. Не говоря уже
атомных бомб. Поэтому, ну да. Это, скорее всего, ради шутки я сказал. Я не имел в виду, ну, не подразумевал, что это в реальности сделать. Ленизис, чё встал-то? Давай, штурмуй. Высоту мы тут как бы продавливаем. Медленно, но верно. Мне кулак армии надо сначала собрать. Что, я буду одним юнитом атаковать? Кулаки они там собирают. О, можно уже бомбера, кстати, и перекидывать в Геную и бомбить города. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, ну, у Венеции тоже все обработано, в принципе. Так, сейчас надо будет железную дорогу строить. Ого, у меня моему стрелку дается бонус от великого полководца Швеции. Это вообще очень классно. Не знал, честно говоря, что это так работает. Еще один концерт хочешь устроить в Лампанге? Давайте ход откатим, а то они здесь еще не заходят. Конечно, откатим. Мне уже заходить? Да, еще заходи, нет. Откатил. Да подожди, нет, подожди. Походим уже, пускай тогда зайдет. Так, все, я походил, можешь заходить. А если Дублин заберете, вы от меня отстанете? Пойдете на него? Ну, думаю, что да. Ладно, буду знать. Ну, в зависимости от того, как сильно ты будешь обороняться, может, ты нас так разозлишь. Просто сейчас напор будет еще сильнее. Это я сразу говорил.
Самолет я уже вижу. Просто так. Мне перегонять войска через Великую Тундру вообще жесть. Я тут пытаюсь строить железную дорогу. Блин, ребят, смотрите, у меня промка вторая, 377. У меня Золотой век. Посмотрите на немца. У меня еще тоже Золотой век. Получились. И у меня население 25 миллионов, ну, второе место. Потому что ты нам угрожаешь атомной бомбой, наверное. Если я, ну, как бы так... Пообязуюсь до конца игры не кидать на Сиам бомбы. Только на Сиам? Классно. Причем тут Сиам? Ну, могу на немца покидать, если хотите. Хотим. Я не против к нему приплыть. Ну, давайте тогда, мир. Я первую же бомбу скину на немца. Я вот даю слово. Но и на нас ты бомбы не кидаешь. Я как бы со своей стороны обещаю и на тебя тоже не кидать бомбы. В ответ. То есть у нас такая безатомная, да? Да. Безатомное соглашение. Мы можем, да, сейчас заблокировать атомку, кстати, через три входа. Ну, хотелось бы на немца все-таки покидать тогда, если... Да-да-да, я могу покидать на немца, вы что? Не надо блокировать. Давай, Леша, я с тобой согласен и с Сиамом согласен. Давайте мириться и все. Я первую же бомбу кидаю на немца. Вот так вот спелись мы, петушки. Я предлагал. Так, а как же Дублин еще? Союз, а ты отказался. Так я что, как раз таки собирался. Ну, Дублин, наверное, все-таки, наверное, забрать надо. Ну, это не дело. Ну, у тебя три самых крупных города будет. Самые крупные города тут вовсе не у меня. У меня 25 миллионов населения. Ну, у меня, например, ни одного города такого размера, как твои, нету. Мне кажется, Дублин Сиам заслужил. Да, я так долго за него боролся. Заслужили они ж. Ладно, давайте смелее сейчас пробьем оборону. То есть мы, Кельт, не договоримся, да? Я не против договориться, только без Дублина. Так мы его сейчас и так возьмем. Это просто вопрос времени. Кстати, Швеция, если нужно будет какое-то место для авиации, я нам могу отдать. С счастьем проблем не будет. Не 15, но в принципе у меня бомбардировщики делаются. Я думаю. Просто пока не уверен, сейчас не надо отдавать. Ну, просто не уверен, долетят ли они, как бы, здесь, ну, если это двухмоторный, ну, типа, Great War Bomber, то вряд ли они долетят. Ну, в смысле, до Нанта вряд ли долетят. Я понял. Несмотря на то, что я в тундре, мне до хрена нефти. Кстати, а почему я строю бомберы, у меня... Откуда у меня нефть? Надо, кстати, у шведа взять. Танчики запускать. Кстати, танки немцы очень могут вам помешать. Тем более у него порядок, он построит Кремль и будет строить танки. Оставите Дублин, я скину на него ядерки. А что, если не оставим, то ты не скинешь? Если не оставите... то вы меня сильно ослабите, я не смогу на него кидать. У тебя денег куча, что ты не сможешь кидать. У меня уже 1200 денег, я даже, наверное, на одну не хватит. Ну вот. Но я готов пообещать, что до конца игры не кидаю ядерки на Полинезию и на Сиам. А на Швецию? Швеция далеко. Ну как далеко? Так и Германия далеко. Хорошо, хорошо, и на Швецию тоже не буду кидать. Вот на вас троих я не буду кидать ядерки. Вот, готов прям зарейчить. Короче, готов к нашему союзу подсоединиться. Да.
Ну что, ребята, я как вы думаю? Ну, Дублин как бы еще не взят, все-таки. Ну, меня смущает, конечно. Я от. От немца. Да, блин. Вы будете много сил тратить на то, чтобы. Найти шпиона из столицы, чтобы. Ну, это как бы. Сбережение по науке не было таким я. Это кто говорит? Сиам. Хорошо, согласен. Давайте мириться со всеми. Жить со мной. Кто-нибудь перезайдите перед тем, как мириться. Михаил. А сейчас я тут похожу. Компьютер тут нет. Ладно, мир так мир. Да. Может, так приделать, это военная музыка, честно говоря. Там-та-дам, вот это, да? Да. Все, я кинул, давай, принимай. Но у меня она... Я сейчас не могу ходить. Ну зачем ты грабишь, ну Сиам? Я просто походил, чтобы мне было легче потом на свою территорию. Это я граблю. Он тоже пограбил. Нет, я просто походил. Я не понимаю, почему вы мне не пограбить? Денежка дополнительная. Ну, да, под конец войны, почему бы не это? Ладно, я выхожу, я уже все сделал. Подкатите. Заходи. Блин, не знаю, Ниндзя, мне как-то стыдно. Может, мне отдать тебе, что ты мне давал? Может быть, военный нейтралитет будешь? Да. Не, ну как, а что, вы будете воевать с Ниндзя, я буду нейтралитет держать? Тоже как-то... А у Ниндзя есть города на море? Гамбург. Нет. Есть у него Гамбург, если ты поплывешь. То есть я могу ожидать его подлодок, да? Можешь, но у него только один город. Я не думаю, что у тебя проблемы могут возникнуть особые. Но город у него есть один, Гамбург. Ты Самарканд нашел? Да, нашел. Ну, в общем, вот от Самарканда вправо и вверх. Там до Гамбурга где-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, где-то восемь клеток. В таком случае оборонительный союз, да? Да. Вы мне пока кидайте, я буду заключать мир с ГГшками. Да, операция называется «Принуждение к миру». Да, именно так. Опять войска разворачивать. На. Все готовы там, все сделано. Нет, я еще не сделал. Не, да, пока не надо заканчивать. Так, надо еще антишпиона убрать. Сейчас уберу. Блин, прям не знаю теперь, что с флотом делать. Может, удалять? Но он прокачанный. Жалко. Так, пускай в Катманду сидит. Тут можно построить самолетик. Нет, давайте тут Кремль построим. Кстати... Ниндзя не строит Кремль? Да, Ниндзя, скажите, Ниндзя сразу стал везде самолеты строить. Ну, так. Жум-жум.
Ну да. Естественно. Блин, а нахрена я строил железную дорогу северную, точнее южную? Да, отличные предложения в Конгрессе. Ну, я против бана мрамора голосую. Потому что у меня мрамор есть. Давай оборонку, швед. С немцем. Полинезия? Я с немцем не воюю и не собираюсь воевать, откровенно вам скажу. Ну и потому что, ну, проход у нас между немцем и мной два города-государства. Тут вообще как бы с немцем очень сложно воевать. Лохаса и Лавента? Да. Сейчас все будет с немцем. Я позабочусь. Кельт, я с тобой защитный пакт не буду заключать. Хорошо. Просто по той простой причине, что если, например, немец на тебя нападет, я не хочу с ним воевать. У него тут бегают караванчики ко мне. Спасибо за инфу. Ну, они тебе не помогут никак, это инфа. Так, что у нас в демографии? Ну, конечно, немец отлично развился. Без вопросов. Но главное, что у меня есть 5. Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ученых. И я их смогу сжечь. Я думаю, что немец тоже держит ученых для сжигания. Денег у него тоже куча. Биологию лучше исследовать. Не знаю. Так, ну начинайте ход. А что это исторически вот эти вот, это от чего? То, что археологи находят, да? В общем, да, плюс академки. А, ну да, нормальная штука.
Так, ниндзя вышел в информационную эру. Мне показалось, или это... Эпоха Атома. А, в эпоху Атома вышел. В радар, что ли? Непонятно мне. Наверное, в радар. Тут уже нету дороги. Так, значит, ремонтируем, что поломалось. А, стоп, у него бегают караваны, значит, да? Не плавают. Да, у него наземные. Да. Я ж тебе сказал. Я уже фрегаты повел туда. Ты что, я бы тебе сказал, что ко мне бегают его караваны, чтобы ты их разграбил? Ну, может, ты по неосторожности. Понятно. Вот какая у меня, оказывается... репутация. Так, может, с кем ресурсами можно поменяться? На счастье, имею в виду. Только с ниндзей. Пожаловали. Здесь уже ведь нет смысла за кого голосовать. Ну, в смысле? Ну, как бы Швеция по-любому выигрывает. Не, подожди, это мы хоста выбираем, да? Ну да, и как ну, бы я здесь за хоста. Не, ну почему тут можно собрать голосов, чтобы другой кто-то выиграл на самом деле? За Кельта, например. Но я за Швецию. Да уже за Сиа. Голосуйте за Сиа. Блин, что я там? А. Так, Милан. Колумба. Знаете что, давайте-ка мы Милан союзником сделаем, потому что он единственный культурный ГГ. Да? А у меня с культурой хреново. Да и золото там есть. Что у меня, кстати, города-государства хотят? Китов, шелк и шелк.
Дарю-ка я эту армию шведу. Так, армия немца перешла к шведу, чтобы воевать с немцем. Себе только пехоту оставлю. Да, так вообще плотничком. Тут, конечно, Сиам уже аутсайдер. По-любому. А вот остальные участники еще могут что-то. На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.